Всем привет, дорогие друзья. Это Сова, и мы продолжаем заканчивать с вами Dyson Sphere. Вот она, кстати говоря. Но строить ее еще очень долго. По моим прикидкам, где-то порядка 20 часов. Ну, еще уйдет реального игрового времени для того, чтобы достроить хотя бы тот каркас, который я запланировал. А я запланировал очень небольшую часть каркаса, потому что это два слоя из 8, по-моему, или из 10, что ли. Из 10. Два слоя из 10, и, соответственно, еще у меня не пройден стресс-тест для сферы. То есть я могу еще дополнительно к ней подкрутить несколько градусов. Ну, то есть, как бы, вы понимаете, еще очень-очень-очень-очень долго она будет строиться. Но мы этого, наверное, не увидим, потому что столько времени у нас просто тупо нет. Вернее, как бы мы это, наверное, увидим, когда это все будет. Но когда выйдут какие-то дополнительные штуки именно по технологическим цепочкам или что-то в этом духе. Потому что без этого у нас все сведется к тому, что мы будем просто масштабировать действующие ресурсы, а мне бы хотелось чего-нибудь такого прям ух, чтобы охрененного. То есть даже того, что я построил, мне для удовлетворения моего внутреннего поросенка уже больше, чем достаточно. То есть я тут настроил вообще огнище просто. Ну, хотелось бы настроить еще побольше. Поэтому пока мы с вами идем потихонечку к концу игры и все это дело заканчивать, мы еще сейчас с вами доделаем небольшую штуку по меди, потому что мы с медью там прям конкретно лажанули. Ну, как не то, что лажанули, просто закончилось. Здесь вот закончился уже силикон, и, соответственно, с медью тут такая же история примерно. Только медь у нас была не здесь, а немножко в другом месте. Поэтому то, что здесь было, да, подзакончилось. Вот оно тут идет уже этими самыми слиточками. Они или не слиточками? А, не, это даже ничего не слиточками идет. Так, ну, мы сейчас сделаем, короче, сейчас я только найду, где мы это, значит, начнем делать, значит. Так, ну, во-первых, вот у нас тут еще есть медяха. Так, пойдем тогда сюда. Нам надо сейчас все дело приходовать, чтобы у нас вся медь свозилась в одно место. Этой планеты нам хватит за глаза для того, чтобы закончить игру. Можно было бы меди привезти откуда-нибудь из каких-нибудь дребеней, естественно. Но, в общем, смысла я в этом особо не вижу. Так, поставим вот сюда. Так, поставим здесь хранение меди сердца. Так, и будем, соответственно, дальше утащить. Мне в прошлой серии не хватило немножечко лент. Соответственно, сейчас сделаем так, чтобы хватило. Так. Па-па-ра-па-пам. Подключаем. Так, отлично. Это мы подключили. Теперь мне осталось все это дело запихнуть в общую энергосеть. Вот туда. Так, все, это медяха у нас получается... Так, готово, да? Ну да, вот это вот осталось только доделать. Так, не, погоди, не готово еще. Ну, теперь готово. Так, все, здесь у нас добыча пошла. Полетели дальше смотреть, что у нас там еще есть. Так, вот у нас есть еще медь. Так, а это что такое? А это является саплаем для этого. Вот заодно будешь тогда саплаем у нас и для меди. Так, мы не будем городить еще одну такую штуку. Так, возьмем тогда здесь... На, сохранить тоже такие прям не быстренькие на таких объемах. Да, люблю я понастроить в каждой игре какую-нибудь вундервафлю. Так, значит, отсюда мы берем и заподключаемся туда. Так, отсюда заподключаемся туда. Отсюда туда. Отсюда вот туда. Так, и здесь ставим supply медь. Так, все, значит, здесь все готово. Осталось только собрать. Так, дрончики. Так, дрончики. Так, все, готово. Отлично. Эта медь у нас тоже готова. Поехали дальше. Так, по-моему, где-то вот здесь вот я хотел делать ее переработку. Или не здесь. Не, на каком-то из полюсов я хотел делать переработку. Так. Да, вот здесь вот я хотел делать переработку.
Я думаю, что здесь мы ее, скорее всего, и сделаем. Так, мне надо будет, во-первых, сюда подгрузить. О, пусть сюда 30 дронов прям будут подгружены. Соответственно, локально, да, мы будем запрашивать отсюда всю медь. И ремонтно мы будем эту всю медь, которую локально запросили, расхреначивать. Так. Теперь мне надо где-то здесь сделать, допустим, вот здесь. Так, и сделаем вот такую вот штуку. И сделаем пару переплавочных комплексов здесь тогда. Значит, нам надо будет захреначить... так, сейчас, захреначить. Так, ну, во-первых, комплекс номер один. Типа отсюда у нас... Ну, давайте, ладно, вот так вот пока сделаем. Типа отсюда у нас пойдет линия номер один. Нам надо на нее будет, получается, тридцаточку плавильных дребеденек. Так, сейчас мы тут сделаем тридцаточку плавильных дребеденек. Так, плавить мы здесь будем вот такие вот листы. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Если я не обсчитался. Если я обсчитался, то и хрен с ним, ладно. Это на самом деле не суть важно. Так, отсюда у нас в итоге... Так, отсюда у нас в итоге... Это можно, наверное, как тупиковую часть использовать. Хотя ладно, хрен с тобой. Так, отсюда, значит, у нас в итоге пойдет линия назад. Так... Пойдет линия назад, и будет она вот сюда вот возвращаться у нас. Так, в этой линии, которая пойдет назад, мы будем вот эти чушки локально, соответственно, везде раскидывать. Так, вторая линия, которая у нас пойдет здесь, она будет заходить, например, вот сюда, чтобы у нас здесь не надо было городить дополнительных вторых этажей. Так, теперь, значит, всякие выводы надо сделать на это на все. Так, выводы сделать. Так, теперь надо сделать заходы. Так. Только, наверное, все-таки спиной надо. Спиной удобнее. Так, и, соответственно, вывод здесь. Это у нас первая, в принципе, линия переплавки. Может быть, на самом деле больше не надо. Но мы сейчас посмотрим, надо больше или не надо. Потому что медь-сырец нам, по факту, здесь нахрен вообще не нужно. И надо будет сделать тогда, чтобы у нас, по факту, все, что можно, переплавлялось на уже титан... Ох, титановый. На медные штучки, медные пластиночки. Так... Эта фигня у нас подключена, да? Подключена. Ну, хорошо. Так, вот так как-то сделаем. Так, значит, да, у нас не хватает электричества. На 40% все это дело работает. Я думаю, что мы можем со сферы Дайсона еще мальца подключить. Или привезти сюда антиматерии и несколько солнышек поставить. Кстати, ты говоря, тоже нормальный вариант. Я думаю, что мы, наверное, так и сделаем. Смысл, если у нас есть такие классные солнышки, я думаю, что на этих классных солнышках мы с вами сейчас и поживем здесь. Так, только у меня есть какие-то ресиверы с собой, нет? Не, ре-ресиверов у меня с собой нет. Ну, то есть, либо мы с Dyson сферы будем просто забирать электричество, либо, соответственно, мы это сделаем в виде солнышек. Но солнышки больше дают. То есть, просто Dyson сфера столько не дает. Даже потенциального электричества. Так, сейчас мы пойдем посмотрим. Так, где-то здесь. Так, где-то здесь. Да, вот у меня должна быть такая вот штука. Сейчас посмотрим, сколько у нас дает потенциально такая вот вещь. Вещь дает у нас, да, всего лишь навсего 25 мегаватт. 25 мегаватт — это очень мало. Такая штука нам не нужна. Она, напустись, как бы будет, хрен с ней. Но вообще,
То есть она нам нужна только для того, чтобы самоподдерживаться. Вообще нам надо, конечно, поставить сюда солнце. Для того, чтобы здесь все заработало, давайте мы, наверное, антиматерию тогда запихнем. Ой, простите. Заговорился. Так, антиматерию тогда запихнем, соответственно, в логистическую сеть, чтобы мы могли ее сюда перевести. И сделаем здесь еще несколько солнышек. Сейчас мы их возьмем как раз на нашем Денебеле Окабе. Так, куда нам надо? Вот туда нам надо. Откуда стреляют? Приземлиться. Бах. Так, вот сюда нам надо приземлиться. Так, белые штуки у нас делаются. Делаются. Отлично. Так, здесь теперь нам надо будет... Так, нет, не здесь, вот здесь. Так, нам надо будет взять несколько солнц. Я думаю, что 10 штук будет больше, чем достаточно. Так, здесь у нас очень много антиматерии. Вот эту вот антиматерию надо подпихнуть, получается. Сейчас мы возьмем какую-нибудь локальную хрень. Или глобальную поставить. А пусть глобальная стоит, что нам локальная. У нас же энергии как жопы и жуть, поэтому чоп, собственно, и нет. Так, мы сюда так, мы будем ими доставлять. Мы сюда тогда запросим. Так, локально мы запросим сюда варпов. Так, и поставим сюда корабли. Кораблей у меня с собой, наверное, нету, да? Так, и поставим антиматерию. Правда, много, конечно, антиматерии мы ставить не будем. Давайте штук 400 поставим. А, 600 на один корабль давайте поставим. Так, 600 на один корабль. И мы будем локально... Сапплайть, короче, будем локально и не локально. Так, давайте вот так тогда. А ты дотянешься отсюда? Не дотянешься. А, ну да, я же так вообще нельзя сделать. И все время забываю, что где-то тут просто входы, а где-то непросто. Так, захреначим сюда немножечко антиматерии. Так, солнышки у меня с собой есть, антиматерии захреначим. Сейчас осталось только 10 кораблей воткнуть. Так, для этого их надо вот они найти. Так, мне же не надо больше электричества на базе пока на своей. Не надо. Так, у нас это... и без нее все хорошо. Так, вот сюда тогда воткнем 10 кораблей. Соответственно, если кто-то у нас будет где-то хотеть получить вот такую вот штуку, он ее получит. И сейчас у нас будет первый претендент на то, чтобы ее получить, соответственно, на первом Окабе. Которого ни хрена не видно на фоне этой сферы. По-моему, количество зонтиков, кстати, очень сильно уменьшилось. Там, наверное, опять что-то с производством. Вот оно. Да, потерялся у нас Окабец. Ну ладно, он зато позволит ее достроить. Ну или не совсем достроить, хотя бы частично. Приблизиться к достройке, так скажем. Так, где там штука, где я все делаю с медью? Так, нет, это не штука, где я все делаю с медью. Кстати говоря... Локально запрашивается. Ну, да, слушайте, а может быть мне еще сюда поставить? Потому что здесь прям... Медь-то я здесь тоже собрал прилично. Давайте мы сюда еще поставим, значит, локальную хреновню. Вот такую. Так, ну только куда-нибудь... Вот сюда куда-нибудь сейчас ее воткнем. Так, воткнем ее куда-нибудь вот сюда. И сделаем через нее, что ли. Так, да, вот она у нас будет сапплайить. Мы сейчас тогда немножко заворот небольшой сделаем. То есть, грубо говоря, сделаем вот так. А от нее тогда медь, соответственно, пойдет вот так. Вот делаем вот такие вот две бараночки. Что одну здесь. Чтобы у нас всегда там было до хрена меди. Так, у нас здесь будет типа раз. А здесь будет типа два. Вот так. Ее бы, кстати говоря, загреть не помешало бы. Так, ладно, эту медяху мы, короче говоря, наприходуем. Как-то более-менее. Так, и вот не так много осталось. Так, теперь мне надо найти... Ну, еще медяха, кстати, нашлась. Ну, давайте, раз уж мы решаем вопрос, решим его нормально сразу. Так, для этого мне надо будет поставить еще одну такую хрень сюда. И можно здесь, кстати говоря, еще и солнце сделать. Сейчас вот так вот мы сделаем.
Так, значит, мы сюда будем антиматерию в количестве 600 штук запрашивать. О! Так, сейчас он как раз нам кораблики пока пригонит сюда нужную нам штуку. Так, это мы подключим. И к общей сети мы это дело тоже подключим. Так, здесь теперь нам надо будет врубиться, просто вгрызться вот в этот вот медяшку. Так, врезаемся в медяшку и запихиваем ее вот сюда. Так, вгрызлись и сделали. Так, значит, соответственно, медяшку мы здесь саплаем. Так, эту штуку мы сейчас сюда делаем. Работает все, кстати говоря, на 95%. Потому что что? Это потому что, наверное, день где-то у нас, да, наступил. Так, приехал, отлично. Ну, значит, давайте тогда мы сразу поставим. Так, солнышко. Я думаю, что 4 солнышка нам здесь хватит за глаза просто. Так, отсюда у нас пойдет антиматерия. Сюда она у нас будет подходить. Так, и здесь будьте здрасте. Так. Будьте здрасте раз, будьте здрасте два и будьте здрасте три. Так, ну вот, собственно, и все. Теперь у нас этого солнца будет достаточно даже для зарядки. Теперь, если где-то что-то у нас не работает на 100%, это значит, что оно, скорее всего, просто тупо не подключено. Я думаю, что здесь, в принципе, все просто теперь. Так, да, работает все замечательно, работает все превосходно. Так, теперь нам надо найти... Ладно, эту медь я даже подключать не буду. Так, теперь нам надо найти, где я ее там плавлю. Это где-то ближе к какому-то из полюсов. Так, я только не помню, к какому. А, ну, собственно, вот к этому. Не к этому. Это железо. Значит, к другому. Так, здесь у нас копер работает. Здесь у нас... А, собственно, так, подожди. Секундочку. Очень, очень темно на этой планете. Даже с учетом того, что энергии хватает, все равно темновато. Немножко. Так, ну еще одну медь я нашел, ладно. А вот то, что я хотел найти, я не нашел. Так, это придется, наверное, воспользоваться вот такой вот вещью. Здесь, кстати говоря, еще меди очень много. Да, меди что-то на этой планете прям вообще дофига. Так, ладно, это, конечно, прекрасно, что меди тут дофига. Где моя, это, хреновня, на которой я это все плавил? Она ж только что, блин, была здесь. Куда она потерялась? Куда можно было просрать огромную хреновню на планете, которая, блин, переплавляет медь? Так, добывалки я все вижу. А переплавлялку не вижу ни одной. Ну, капец просто какой-то. И это какой-то капец. Так, ладно. Блин, полетели, что? Полетели вот и полетели искать. А, нет, вот он, господи, чуть-чуть не долетел. Так, все, хорош. Так, чуточку я не добрался до этого. Значит, она должна у нас работать на 100%. И, соответственно, за ней должны активно летать, за этой медью. Ну, так, в общем-то, и происходит. Так, за ней активно летают, но она успевает набраться. Пока за ней летят дальше. Значит, нам второй переплавочный цех по факту не нужен. У нас здесь что, сырья до хрена? Что потребности, соответственно... Да, потребности полностью перекрываются. А, ну и все, ладно. Значит, тогда не будем плодить сущности без крайней необходимости. Так, возвращаемся назад на базу в таком случае. И смотрим, какую еще затычку мы можем сделать для ускорения сферы. Так, откуда там корабли-то летят? Я не вижу, откуда летят корабли. Где мой Денибель Окабе 3? Куда он делся? Да, в момент появления здесь сферы планеты перестали быть таким уж прям
Так, это, ладно, это Logical Vessel. Так, вот там летят эти самые, я вижу. Но чтоб кто-то стрелял, вообще не вижу. Так, где мой Денибель? Денибель. Так, четвертый я вижу. А, о, он спрятался, за панелью прятался, короче, Денибель. Денибель у нас спрятался за панелькой. Ну, сейчас мы тебя все равно найдем, мерзавца такого. Денибельного мерзавца. Плюх. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, дружище, слишком сильно отрикошетил, что ли? Так, ладно, значит, нам надо теперь посмотреть, чего нам не хватает на запуск кораблей. Я думаю, что на самом деле, скорее всего, всего хватает, кроме скорости производства. Сейчас мы посмотрим. Отбалансировать эту скорость все равно вряд ли получится, поэтому как уж выйдет, так уж и выйдет. Так, где там у нас делаются-то кораблики? Вот здесь они делаются. У нас не хватает каркасов. На каркасы не хватает процессоров. На процессоры что не хватает? На процессор не хватает силиконовых компонентов. Так, меди здесь дофигища. С медью проблем я не вижу. Ну да, с медью проблем нет, не хватает только компонентов. Ну, давайте расширим тогда вот эту вот фигню в таком случае. Раз не хватает компонентов, давайте сделаем, чтобы хватало. Ну, правда, мы так не сделаем, конечно. Это я очень оптимистично сейчас сказал. Но, по крайней мере, расширим вот эту цепочку, насколько сможем. Так, а сильно мы ее, походу, расширить не сможем. Или сможем? Да, у меня вот эта штука будет мешать. Так, штука будет мешать. Но мы ее обойдем сейчас. Мы сейчас сделаем вот так. Так, и дальше еще... Сколько-то допостроим. Я думаю, что куда-то вот туда. Так, вот куда-то вот туда достроим еще. Так, теперь давайте дальше. Значит, еще одна нужна линия с базовым сырьем. Так, она у нас тоже пойдет вот так. И тоже куда-то дальше вот туда, не знаю. Так, а вот эту ерунду можно и по прямой запустить, в принципе. Так, вот эту ерунду запустим по прямой. Вот и прекрасно. Так, сюда, 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 сюда. Ну, нам не хватит сырья теперь для того, чтобы все это работало. Надо было все это дело, конечно, рассчитать. Но я не хочу. Так, значит, отсюда мы расхреначиваем получившийся готовый натурпродукт. Мы, по факту, сейчас, наверное, удвоим, если... Не, ну удвоим, наверное. Утроим-то, конечно, это слишком опрометчиво было бы заявлять, но удвоим гарантированно. Так, ставим тогда сюда еще пару таких вот вещей. Так, с выводом все готово. Ну, теперь, соответственно, надо с вводом определиться. Так, определиться с вводом. Хотя хрен его знает, может и хватит. Так, где я там нахожусь? Где я нахожусь? Надо еще глянуть, энергии у меня хватает. Вообще, по идее, должно. Но если что, мы еще пару солнышек поставим. Искусственных. Неправильно. Так, у меня, по-моему, силикон, да, закончился? Судя по пустующему конвейеру, силикон пришел каюк. Да? Ну да, силикон пришел каюк. Но это мы сейчас решим такую интересную дилемму с силиконом. У нас для этого здесь есть специальная обученная вот такая вот фигня, из которой мы сейчас силикон достанем. На всю вторую половину. Да, силикона надо какое-то запредельное количество. Просто охренеть, какое надо силиконовое количество.
Так, ну и... Да нет, наверное, хорош. Сюда вроде как еще что-то доходит. И, соответственно, вот эти вот будут работать, то и нормально. Так, меди столько не надо. И меди у нас, получается, хватает. Так, ну что у нас с компонентами? По идее, компоненты должны начать копиться. Да. Компоненты начали копиться. Ну, по крайней мере, пока силикон есть. Силикон исчезнет, компоненты, скорее всего, исчезнут вместе с ним. Так, что у нас тут? Давайте смотреть. У нас тут потихонечку запрашивают процы. Так, и здесь процы на кванту у нас по факту хватает. Не хватает у нас опять плейнфильтров. В очередной уже раз. Но там, возможно, просто кристаллы закончились в системе. То есть кристаллы вполне себе могли подойти к концу. Потому что шахта там у нас не очень сильно зверские. И кристаллы могли закончиться легко. Ну ладно, сейчас мы это выясним. Закончились они, закончились. Можем, кстати говоря, какую-нибудь резервную схему собрать, чтобы они без кристаллов собирались. Так, ну, кораблики вроде как потихонечку пошли куда-то. Да, вон пошли производиться, каркасики пошли производиться. Так, этот вопросик мы, значит, решили. Пойдем посмотрим, что у нас там с кристаллами. Наверное, там с ними все очень плохо. Ну да, с ними все очень плохо. Хотя не, погоди. Нет, переполнено. Это переполнено. Стекло как бы тоже переполнено. А здесь не хватает, да, кшемировых кристальчиков. Кшемировых кристальчиков не хватает. Почему? 1200 всего лишь навсего едет к нам, да? 1200. Так, а здесь чего? Здесь 5400. А, нет, все нормально. Просто они не успевают. И здесь 3000 не закончились. И просто не успевают приехать, и все. Так, ладно. Значит, паниковать не будем. Паниковать нет никакого смысла. Кристаллы в системе еще есть. Просто они не доезжают сюда. Ну и хорошо. Так, локально саплай-то. Давайте-ка мы тебе сделаем, чтобы ты локально демандил. Давай. Ты у нас забирал ненужный никому дальше вот этот вот. Так, это есть. Это есть. Плейнфильтры, ну, как могут, так и делаются. Можно, в принципе, было отмасштабировать здесь что-нибудь. То есть вот эти кристаллы можно возить уже целиковые, на самом деле. Прям сразу с тех планет, на которых они добываются. Просто оно идет на два компонента сразу, на два рецепта. А так, в общем-то, можно было бы это сделать без вопросов абсолютно. Так, что у нас тут? Тут у нас все прекрасно. Мы можем просто тупо больше пушек поставить. Или поставить пушки где-то в другом месте, я даже не знаю. Что, для того, чтобы все застрелять? Стреляют-то они, в общем-то, на самом деле нормально. И довольно долго они стреляют, пока эта штука здесь вокруг крутится. Просто этого нужно запредельное количество. Я не знаю, есть ли какая-то статистика по тому, сколько надо деталей туда было запульнуть. Или вот это вот... Нет, это структурные поинты. А сколько деталей мы не можем посмотреть? Вот сколько деталей, например, вот здесь. Вот в этой штуке в одной. Так, нот. Структурных единиц. Точка генерирует 25 мегаватт. А генерируют только ноды 26 мегаватт. А, 276, вернее, мегаватт. Генерируют, получается, только ноды. Ну, вернее, с ноды, наверное, собирают вот эти вот все остальные вещи. А что зависит от генерации, я не знаю. Тотально. Но, по идее, должна зависеть от количества вот этих вот солнечных полюсов. Плюс, наверное, структурных единиц самих по себе. Ну, как мне кажется, наверное, как-то так это должно работать. Так, ну-ка. Не, ну залпов они успевают довольно много сделать. Довольно много они успевают сделать, пока, соответственно, у нас эта штука не заканчивается. Ну, можем еще куда-нибудь запихнуть. Например, на те же самые, на другой полюс, например. Перевести туда этих зонтиков и на другом полюсе сделать то же самое. Чтобы у нас еще и оттуда пушки работали.
Хотя, может быть, смысла в этом и нет никакого. Отстреливаются они более-менее нормально. Ну, конечно, посмотрим. Много они настреливают? Да не, слушай, они нормально настреливают. Не, ну можно, конечно, сделать больше, но смысла в этом особо никакого нет. Вон, просто бесконечный поток стрельбы. Так, пойдем посмотрим, сколько у нас там кубов набралось. Мне прям даже интересно, сколько мы набрали кубиков за это время, пока мы там чинили нашу интересную штучку, чтобы все работало. Так, только надо найти. Раньше это были, блин, высокие здания, теперь не очень. Так, ну вот, собственно, у нас и белые кубы. Так, и белых кубов у нас 4000 уже здесь. Нормально мы так нахапали. Слушайте, ну, в принципе, что я хочу сказать. Я думаю, что, наверное, на этом мы серию закончим. И в следующей серии мы тогда посмотрим, что будет за исследование победного исследования. Простите за тавтологию. Да, глянем, закончится на этом игра, не закончится. Или, может быть, там какой-то секретный бонусный уровень откроется. Да, вообще красиво здесь улетает, конечно. Да, давайте в следующей серии тогда глянем. Но на сегодня я с вами прощаюсь.